В Одесском апелляционном административном суде прошло заседание по вопросу дальнейшей судьбы памятника основателям Одессы, расположенного на Екатерининской площади. Представители общественной организации СИЧ, выступающие за демонтаж памятника Екатерине и ее адъютантам, потребовали полный отвод судейской коллегии. Общественники заподозрили судей в предвзятом отношении. Ходатайство было удовлетворено частично. Из указанной коллегии убрали лишь одного судью, а именно Дмитрия Запорожана. Перед началом судебного заседания националисты провели митинг в поддержку сноса памятника основателям Одессы и выступили против возвращения потемкинцев на прежнее место. Мы считаем, что ни одного, ни второго не должно быть в Одессе, как бы, ни как Екатерины, ни как потемкинцам. То есть менять какой-то царский империализм на коммунистов, как бы, большевиков, считаем, что это шило на мыло, грубо говоря. Ранее Приморский районный суд признал незаконными демонтаж памятника потемкинцам, а также благоустройство Екатерининской площади, включая установку памятника основателям города. Позже Одесский горсовет подал апелляцию на данное решение. Следующее заседание с обновленной судейской коллегией по делу о сносе памятника на Екатерининской площади состоится 17 ноября.